Аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, специализирующийся на Apple, понизил прогноз по поставкам iPhone на первый квартал 2020 года. Теперь эксперт ожидает отгрузки около 36-40 миллионов устройств, что на 10% меньше по сравнению с ранее озвученными показателями. Мин Чи Куо объяснил сниженный прогноз вспышкой коронавируса, из-за которой могут быть нарушены поставки смартфонов, в том числе от компании Apple. Негативное влияние от опасного заболевания уже ощущается за выходные, в течение которых в Китае праздновался Новый год. Продажи смартфонов в КНР снизились на 50-60% относительно аналогичного периода в 2018 году. Ранее стало известно о том, что в Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса. Производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за RASP. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.